Добро пожаловаться! О каких проблемах березняковцы сообщили начальству краевой полиции? Жизнь с чувством страха. Жители одного из домов написали обращение главе города. Ледовый дрифт. Березняковские автогонщики достойно выступили на необычных соревнованиях в Перми. Это новости на ТНТ. В студии Артем Рахматуллин. Здравствуйте. Авария со смертельным исходом произошла накануне на трассе Березняки-Соликамск. В результате ДТП один человек погиб, трое получили травмы. Это кадры видеорегистратора. На них зафиксирован сам момент столкновения. Со стороны Соликамска в направлении Березняков двигался автомобиль Toyota Corolla под управлением 32-летней женщины. По предварительной информации, она не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомашиной Ford, за рулем которой находился 42-летний мужчина. В результате аварии водитель Toyota Corolla скончалась на месте. Травмы различной степени тяжести получили три человека. Они доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка. Березняковские полицейские сегодня подвели итоги своей работы за прошлый год. Несмотря на проблемы, в частности нехватку кадров, стражам порядка удалось добиться снижения уровня преступности в нашем городе. Уровень преступности в расчете на 10 тысяч жителей снизился до 233,5 преступления, что ниже среднекраевых показателей. Значительно меньше зарегистрировано тяжких и особо тяжких преступлений. Раскрываемость особо тяжких преступлений в сравнении с 2011 годом выросла с 60,7% до 81,5%. В прошлом году зарегистрировано меньше убийств, изнасилований, разбойных нападений, грабежей и краж. В то же время обеспокоенность у сотрудников Березняковского отдела полиции вызывает рост количества регистрируемых краж и угонов автомобилей. Нами задержаны и замечены две преступные группы, которые занимались организованным угоном автомототранспорта. Эти группы изобличены, и сейчас уголовные дела находятся уже в стадии направления их в суды. В 2013 году работа по профилактике, раскрытию краж и угонов автомототранспорта будет продолжаться. Полагается целесообразно продолжить и органам местного самоуправления рассмотреть вопросы по созданию дополнительных охраняемых автостоянок с приемлемыми для граждан ценами. В целом, по итогам 2012 года наши полицейские получили общую удовлетворительную оценку. В своей группе среди межмуниципальных отделов края отдел Березняковский занял первое место. О проблемах в работе полиции березняковцы могли сегодня поведать заместителю начальника главного управления внутренних дел по Пермскому краю. Он приехал в наш город, чтобы провести прием граждан. С какими жалобами обращались горожане, расскажет Наталья Луначева. На прием к полковнику полиции Андрею Подоляну пришло 8 граждан. На встрече присутствовали и начальники подразделений Березняковского отдела. Вместе они постарались найти решение самых разных проблем. У тестя своровали автомобиль, который дали ему как участнику Великой Отечественной войны. И мы никак не можем добиться возбуждения уголовного дела и возврата автомобиля законному. Тестью моему, короче. И вот уже ходим с марта месяца 2012 года, почти год, и не можем добиться. У меня разбили стекло лобовой машины. Дело дали, получается, участковому, после чего участковый не провел никакой проверки, то есть ни к соседям никому не подходил. То есть вот отношение того, что мы не будем проводить проверку, нам проще сделать отписку, да, то что о возбуждении дела отказано. То есть работать человек не хочет. Полковник отмечает, что чаще всего граждане приходят к нему с жалобами на работу участковых. Я бы не сказал, что есть какой-то серьезный негатив.